Руфь, смотри, какая штука. Ты, мама, косая, по-моему, немного, да? Руфь, проверишь? Говорят, до 15 килограмм выдерживает. Ну, не знаю, не знаю. Будешь проверять? Мой кот. Что-то как-то реально криво приклеила. Я так хотела провериться, он как-то раз приклеился, ну ладно. Кот. Взяла на Алиэкспрессе на пробу. Выдержит кулов или нет, и буфпэту, потому что там можно новый дом купить. Сейчас. Отклею, приклею поровнее. Не будешь пробовать? А? Кот. Говорит, смотрите, говорит, я к пусику хорошо, я просто урчу. И вообще я не мешаюсь. Мама пытается его загнать. Потому что я Алису кормлю, что буду ее собирать, класть на диван, а он не хочет уходить. Ну, а игрушка прям так и манит, любимая. Говорит, так хочется, так хочется. О, так лучше, да пусть. То место он тебе греет, то теперь рядышком прилег. Пока Алиса веселится. Пусечка охраняет ее, да? А мама борщ готовит. Да? Ты такой молодец. Развлекаешь. Он часто вон туда ложится, и чтобы она смотрела. Ой, да ему и сладкий год. Да. Ты хороший котик. Очень хороший котик. Нравится тебе Алисочка? На второй месяц проникся к ней, да? Говорит, не знаю насчет Алисы, но вещи у нее классные, на них спать, да? Вот. Ты чего такой милый, нежный и ласковый? Ты это толкай, толкай, да, чтобы у меня там погремушки были. Смотри, чего она там дрыгается. Ничего, кот, она еще маленькая, потом она научится совладать со своими руками и ногами, да? Да, молодец. Кстати, на самом деле проблема найти трусы для ребенка такого возраста. Все трусы обычно от года. Нашла только в Мадарке и только белые. Если кто-то знает, где цены, купи трусы на вот 3-4, ну, на 3 месяца, то было бы классно. И все равно, мне кажется, вот эти рассчитаны все-таки под памперс большеваты. Хотя она довольно-таки такая полненькая у меня. Но труселя большеваты чуть-чуть. Ну, может, наест попу. Но все трусы начиная где-то от года продаются. Да. А ты молодец, хороший котик. Кун, правда, первый проникся к Алисе, когда начинает плакать. Он прям бежит, если дома находится. Ну, пусть вот второй. Пусечка, ты такой молодец. Что, пусть сегодня прям ты проникся Алисой? Поняла, что ничего такая девчонка. Можно дружить? Или это просто у тебя эта очередь на игрушки? Кот, ты чего такой серьезный? Идешь, пока на тебе место освободит. Нюхает еще ее. Пуся, ты медитируешь? Ты ее утешить пытаешься, да? Подставляет голову ей. О, смотри, какой котик. А ты капризулишь. Он вон к тебе тянется как. Говорит, трогай, трогай меня.
Пусечка. Так трогает его. Сейчас сама к нему руки тянет. Не наверх, а к нему именно. Он такой мягкий, да, Алис? Это твой друг. Его обижать потом нельзя. Кот, я здесь сижу. Можешь об меня потереться. Тебе нравится так мой запах? Я кофту сняла, положила там. А кот? Вкусненько. Миса, киса. Ну, не на то охотишься. Я же говорю, не на то охотишься. На рукус. Я здесь. Зачем ты просто обтираешься об мою кофту? Сейчас телефон увидит, начнет воображать. Скажет, нет, я не такой ласковый кот. Да ладно, ты журчалка, но ласковый кот. Ты же ласковый кот.